Dạ, gói tay chưa? Значит, президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается так более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений. А там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня. Что там? Было-то всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Ну, это ноль, считай. Для таких стран, как Соединенные Штаты и Россия, это почти ноль. Поэтому нам, безусловно, нужно будет все-таки найти возможность и нашим командам, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений. Но, повторяю еще раз, воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили. В основном-то говорили о чем? Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТС. Говорили о том, как использовать вот те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей. Отношения между Россией и Соединенными Штатами пока не вышли из состояния кризиса. Мы, как вы знаете, я часто и много говорю об этом, мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ Соединенных Штатов, и народ Российской Федерации. Думать о том, чтобы наполнить конкретным, серьезным содержанием наши экономические связи. Ведь, вы смотрите, на последнем экономическом на форуме в Санкт-Петербурге американские компании были представлены самым большим числом. Больше всего на экономическом форуме в Петербурге было американских компаний. Все хотят работать в России. Рабов Южно-Курильской гряды для ваше место займут конкуренты. Это неизбежно в современном мире. Но мы хотим, чтобы у нас были гармоничные отношения с Соединенными Штатами. Не только в области экономики, но и в сфере обеспечения безопасности. Актуальным, потому что необходимо то, что нам удается все-таки даже в этих условиях, хоть о чем-то договариваться, в данном случае я имею в виду заявление по Сирии, уже хорошо, но этого мало в подготовке этого документа. Но встречи отдельные, во-первых, это связано было с графиком работы господина Трампа и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Но будут наказаны за это. Could you once and for all definitively, sir, yes or no, say whether or not you believe that President Putin and/or Russia interfered in the election? What I said there, I'm surprised that there's any conflict on this. What I said there is that I believe he believes that, and that's very important for somebody to believe. I believe that he feels that he and Russia did not meddle in the election. As to whether I believe it or not, I'm with our agencies, especially as currently constituted with their leadership. I believe in our intel agencies, our intelligence agencies. I've worked with them very strongly. There weren't 17, as was previously reported. There were actually 4. but they were saying there were 17, there were actually 4. But as currently led by fine people, I believe very much in our intelligence agencies. Now, at the same time, I want to be able, because I think it's very important, to get along with Russia, to get along with China, to get along with Vietnam, to get along with lots of countries, because we have a lot of things we have to solve. And frankly, Russia and China in particular can help us with the North Korea problem, which is one of our truly great problems. So I'm not looking to stand and start arguing with somebody when there's reporters all around and cameras recording and seeing our conversation. I think it was very obvious to everybody. I believe that President Putin really feels, and he feels strongly, that he did not meddle in our election. What he believes is what he believes. What I believe is that we have to get to work, and I think everybody understood this that heard the answer. We have to get to work to solve Syria, to solve North Korea, to solve Ukraine, to solve terrorism. And, you know, people don't realize Russia's been very, very heavily sanctioned. They were sanctioned at a very high level, and that took place very recently. It's now time to get back to healing a world that is shattered and broken. President. С нами.